С Али, алейхиссаламом, прочими непорочными имамами можно входить в личный контакт, в снах, видениях, подсознании или еще как-либо. Спасибо. Итак, отвечая на этот вопрос, во-первых, скажу, что да, это возможно. Это возможно, во-первых. Но, во-вторых, замечу, что вот этот вот физический контакт или то, что похоже на физический контакт, что напоминает физический контакт в виде перечисленных вопрошающим примеров во сне, например, в видениях, в подсознании и так далее. То, что похоже на физический контакт, это не является каким-то большим достоинством и не имеет для человека, для верующего человека, какого-то большого значения. Намного большее значение имеет духовная связь, духовный контакт с непорочными. А чтобы установить с непорочными духовный контакт и наладить с ними духовную связь, человек, во-первых, то здесь есть два метода, два способа. Первый способ – это изучить их учения, их слова, их жизнь и методы, их образ жизни, их цели, их ценности и привести свою жизнь и свой образ жизни в соответствии с их словами, с их учением. Это во-первых. Во-вторых, вторым методом является то, чтобы человек духовно возвышался, приближался ко Всевышнему, то есть человек, духовно возвышаясь и приближаясь ко Всевышнему, также устанавливает духовную связь и духовный контакт с непорочными. Это во-вторых. В-третьих, необходимо заметить, что в очень многих аятах Священного Корана и также в преданиях ясно и недвусмысленно говорится о том, что непорочные наблюдают за деяниями верующих. Непорочные наблюдают за деяниями уммы исламской. Например, в 45-м аяте 33-й суры Всевышний говорит: «Я айюханнаби, инна арсальнака шахидан ва мубаширан ва надира». «О пророк», говорит Всевышний, «воистину мы отправили тебя свидетелем». Что такое свидетель? По этому поводу имеется высказывание как суннитских ученых, так и шиитских ученых, и они в своих высказываниях идентичны. Например, приведу слова шейха Туси в его книге «Ат-Тибьян», где он разъясняет, дает толкование данному аяту, и в частности слову «свидетель». Что значит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, является свидетелем? Он говорит: «Ай шахидан аля умматика фима яф'алун мин та'атиллахи ау ма'сиятихи ау иманин би ау куфр». Он говорит, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, является свидетелем над своей уммой в том, что они делают из подчинения Аллаху, из покорности Аллаху и из ослушания Аллаху, или верой, или неверия. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, является свидетелем. Свидетелем того, что делает умма его, что делают мусульмане. Подчиняются они или же ослушаются. Уверовали они или же нет. Благодарны они или нет. То есть они все это наблюдают. Все, что мы делаем, наше поклонение, наши грехи, они за всем этим наблюдают, согласно данному аяту. Имеются и другие аяты, например, 105-й аят 9-й суры, Всевышний говорит: «Вакули амалу, фасайяраллаху амалакум варасулуху вальмуминун». Всевышний говорит: «Скажи им, совершайте деяния, воистину Всевышний увидит ваши деяния, и его посланник увидит ваши деяния, и верующие увидят ваши деяния». То есть совершайте деяния, ибо эти деяния увидят как Аллах, так и посланник, так и верующие. И в толковании данного аята
мы обнаруживаем в наших хадисах, что под верующими подразумеваются непорочные имамы наши. Например, вот его святость имам Садик, алейхиссалату вассалам, шейх Туси в своем Амали приводит, что «Ияна уния», что его святость имам Садик, алейхиссалату вассалам, говорит, что мы подразумеваемся под верующими. «Валь муминуна каля ияна уния», что под верующими подразумеваются мы. Или же «Валь кафи» приводится также от имам Садик, алейхиссалату вассалам, который говорит «Хумуль аимма», что верующими здесь, под верующими здесь подразумеваются в первую очередь имамы, непорочные имамы. Таким образом, из этих аятов достаточно много, имеется множество хадисов. Конечно, мы все это приводить и перечислять не будем, но из всех этих текстов мы понимаем, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и непорочные, они наблюдают за нами, они видят наши деяния, они видят наши намерения, они видят нашу благодарность или неблагодарность, соответствие наших поступков их учению или несоответствие наших поступков их учению. Все это непорочные наблюдают. Поэтому необходимо это иметь в виду, знать, что даже если мы их не видим, даже если мы их с ними поговорить не можем, какой-то контакт, скажем, вот тот, который подразумевался, наладить не можем, но они прекрасно за нами наблюдают, они являются свидетелями над нами. Поэтому это необходимо иметь в виду. И это важнее намного, чем полагаться и надеяться на то, что человек во сне увидит или еще какой-то физический или похожий на физический контакт наладит. Намного важнее наладить с непорочными духовную связь. Духовная связь, которая заключается в том, чтобы мы жили, мы были с ними куну ас-садикин, были с правдивыми, мы были с этими непорочными, а это значит, чтобы были мы идеями, убеждениями, намерениями, целями, своими ценностями были с непорочными. Это намного важнее, поэтому нужно стремиться именно к этому.